Впереди майские праздники, время отдыха на природе и поездок на шашлыки. Узнаем у ульяновцев, куда они отправятся на эти выходные. Я поеду в деревню к себе домой, и будем там на природе получать. На шашлыки с семьей, как всегда. На дачу поедем, будем отдыхать на даче. Ну, собственно, и все, стандартные праздники. Дети, семья, свежий воздух, шашлыки. С родственниками обязательно шашлыки. Да, Пасху будем отмечать. Ничего особенного, я пенсионерка, дома тут внуки у меня, дети. Может, встретимся, посидим, пообщаемся. Гулять, отдыхать, там, не знаю, сессию сдавать, да? Ну, вот так как-то. С трудом, труд крут, полезно и правильно. Очень много после зимы мусора, поэтому будем убираться, а потом отдыхать. У нас сейчас учеба в УЗИ, и нам нужно как бы планировать писать достаточно много курсовых, отчетов, и скоро же сессия у нас, поэтому нам нужно писать вот. Работать, отдыхать, ездить на шашлыки, купаться.